Стройка на территории Омского аэропорта никак не отразится на его работе. Об этом заявили в пресс-службе организации. Комментарий специалистов приводит сайт «Новый Омск». Речь о расширении стерильной зоны в зале внутренних вылетов на втором этаже здания. Планами по модернизации в январе поделился губернатор Александр Бурков. По его словам, после увеличения количества ежедневных рейсов и роста пассажиропотока, зал, в котором люди ждут посадку, с трудом вмещает желающих улететь. В час пик там одновременно могут находиться сотни пассажиров. Решить проблему должен дополнительный быстровозводимый модульный корпус. Общая стоимость работ по предварительным подсчетам составит 320 миллионов рублей. Аэропорт планирует привлечь собственные средства. Точные сроки начала стройки пока неизвестны. Будущее возведение терминального комплекса никаких неудобств для технологического процесса обслуживания пассажиров не создаст. Высококвалифицированный коллектив Омского аэропорта будет прикладывать максимально возможные усилия и минимизировать потери в качестве.